Осторожно, скользко. Потепление приносит свои опасности. Ушибы, растяжения, переломы и другие травмы. Будьте внимательнее. Сколько междуреченцев уже стали жертвами гололеда? Весна начинается и не только радует теплом, но огорчает гололедицей. За последнюю неделю в травмпункт обратились 25 человек, из них трое – дети. В основном травмы, конечно, легкие, то есть это ушибы, растяжения. Чтобы избежать неприятных падений, специалисты советуют выбирать подходящую обувь с плоской рифленой подошвой из резины. Женщинам лучше отказаться от каблуков. Эта обувь увеличивает риск получения травмы. Каблуки, они для функции стопы не очень хорошие. А на льду, тем более, площадь опоры вообще маленькая, это вообще неустойчивость. Это можно обойти опасное место, не надо на него лезть. Надо быть поосторожнее.